Всем доброго. Я так понял, предыдущий видос вам совсем не зашел. Спасибо тем, кто действительно зашел оставить здоровую критику. Ну, а те, кто зашел просто покудахтать, вы, в общем, тоже молодцы. Но сейчас новый сезон выживания на неудержимых. Как и просили, приятного просмотра. Так, где это я? Это у нас там Электро. Электро. Хотите старый формат, будет старый формат. Ништяк. Пуховичок. Кстати, да, появилась такая новая штука, то ли со вчерашнего, то ли вообще сегодняшнего дня, то ли хрен его знает. Так, термометр. Почему я не вижу шкалу? Ни хрена себе как светит. Шкалу вообще не видно. Ладно, неважно. Долго-долго ты, конечно, друг, меряешь. И зато смотрите, какой шрифт, да, на полэкрана, может, не атмосферный и так далее, зато общее здоровье 100, калорий 500, уровень гидрации, все супер, отличная вещь. Да, нереалистично при помощи термометра ты это хер в реальной жизни не измеряешь, но это все-таки игра, ребята, и я думаю, если бы могли сделать лучше, сделали бы лучше. Что нам нужно? Ну, куртку мы нашли, типа... Не замерзнем. Обувь нужна хорошая. Ну, конечно же, в первую очередь нужна еда. Вроде я слышал, доктор добавил, точнее, вернул спавн в лодочке на побережье. Поэтому давайте зайдем, заглянем. Хотя я все равно практически уверен, что хрен я там чего найду. Ну да. Ну там еще есть лодочки. Спринтовать я, естественно, не буду. Я буду спринтовать, когда у меня будет пол рюкзака еды, и сам я буду сыт по уши. Только тогда можно будет спринтовать. Ну, либо от зомби убегать, сами понимаете, да? Это ж гребаные неудержимые. Опа, нет, что-то лежит. Че, ты кто? ПП-91. 5 патриков, магаз. Слушай, лучше, не знаю, яблоко. Просто яблоко здесь лежало. Ну, это такое место, тут точка спавна, естественно, здесь все пролутывается. Ну, конечно же, шанс есть на то, что он заново заспавнится. В принципе, как это и должно быть. Просто либо ты вовремя приходишь, либо не вовремя. В зависимости от того, насколько давно все это дело залутали. Сейчас, в принципе, утро у меня, и как бы людей должно быть мало, но какого-то хрена все равно все залутано. Это моя уже вторая попытка записать обычный... олдскульный летсплей, к которому вы почему-то больше тяготеете, чем к чему-то новому. Ну, это, короче, тоже не важно. Все, поехали. Грибы, 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 грибы. Нет. Ну, колесо лежит. Ну, колесо это же замечательно. Закинемся сейчас. Или уедем. Или закинемся и уедем. Короче, у меня новые наушники, новая клавиатура. У меня вообще ни хера не получается. Не пойми, что я слышу, не пойми, куда я жмакаю. Бля, у меня, может, и глаза новые, я еще ни хера и не вижу. Так, ты что такое вообще? Это какая-то... Что это? Это какая-то другая лопата. Это же не родная, это не ванильная лопата. Окей. А чем она... Зачем добавлять новую лопату? Чем она отличается от старой? Что? Ну, лопата. Ну, ок. Стоп. Здрасте. Вот это у нас идет на единичку вместо лопаты. Так, ну еды по-прежнему нет. А ведь нужна. Так, туда тоже нужно зайти. Хоть это и не больничка, но там спавнится медицинский лут, медицинская одежда. Немножечко. Раз. Два. И приятного аппетита, друзья. Уже хоть что-то. Так, ну давай еще. Яблочко. Я типа буду очень счастлив. А, груши целых две. Я счастлив, спасибо. Так, ну давай на леса строительные зайдем. Есть ведь шанс найти здесь что-то строительное. Шанс есть, но лута нет. Точно ведь нет. Блин, такая красивая комната, и в ней грё... О, блин, ну почему не морфин? Ладно, Михуил, иди сюда пока что.
А я забыл, что делает адреналин. Ну, помимо ванильных функций, что именно на этом сервере адреналин делает, я уже не помню. Что-то он здесь тоже делает не ванильное. Что именно, не помню. Так, штанины, отлично. Замечательный тестер. Ну, дед, давай. Ну, выживи хоть в этот раз, а? Я понимаю, что ты старый уже. Уже не тот и не торт. Даже не пироженка. Но ты все равно должен. Пить хочется. Ну, там-то дальше попить будет. Но надеяться только на колонку, это не очень хорошо. Потому как... До нее можно живым просто не добраться, до той гребаной колонки. И вообще там зомбарей куча. Кто там? Здрасте, точильный камень. Дрочильный камень. Дрочильный камень мы берем. Главное свой корень таким камнем в ноль не сточить. Не сдрочить. Так. Пусто. Идем дальше. Так, и обязательно нужно искать зомбаря с рюкзаком. Да, желательно, конечно, с хорошим, но вообще, в принципе, с любым. И пытаться его как-то одолеть. Ну, в принципе, кастетом у нас это должно получиться хорошо. Но, опять-таки, рандом есть рандом. Кривые руки мои. Также никто не отменял. Замечательно. Это берем. Я же говорил, вагончики, это хорошо. Замечательно. Я даже остановлюсь. Так, там уже закрыли парня. Короче, туда мне тоже не пройти. Так, ты что, дым? Ну, как бы... 20 слотов, дождевик это, конечно... Хорошо. Но не сейчас. У меня же не 2, да, у меня 30 слотов, поэтому дождевик... отпадает. Так. О, фонарь с батарейкой. Ни хрена себе. Крутяк. Штаны карго. Так. Берем. Это пока что берем. Но это тряпки, если что. Так, на остановках. Что-то, сука, лежит. Ну, как бы туда пробраться? Ну, как я туда проберусь? Вот она сюда идет. Она что, ненормальная? Так вообще нечестно играть. Нужно... с поля зрения сдриснуть. И еще один, блин, абсолютно бесполезный магазин с этими контейнерами. Ну, замечательно. Да как? Я знаю, что вас бесит, когда я бью силовым ударом через shift. Ну, вроде бы меня не заразили. Мили зомби. Но если бы мили зомби хэви было, то тогда был бы значительно больше шанс получить и травму, и заражение. Пипесинка. Что это? Ты что такое? А, картофель. Патрики. Здесь ничего. Давай, дробь. Сука, в этих наушниках, я не знаю, какая-то хрень слышится. Такое ощущение, будто где-то кто-то ходит. Да это ж ходит-то, ладно, где-то кто-то разговаривает, мать его. Они что, сука... Блять, кто там? Блять, я чуть, сука, не усрался. Да что уж там говорить, я усрался. Короче, про наушники. Здрасте. Поручкаться захотел. Про наушники. Ну, в общем, обычные какие-то китайские, но... Кто это? Ебать, что за костюм? А, понятно. Кепочный костюм. Ты смотрю, блин. Баба в каком-то акваланге, блин. Ну, не в акваланге, а в гидрокостюме, в общем, каком-то. Так, канистра. Замечательно просто. Ну, замечательно.
вообще ни хера неудобно, типа, ну, в плане покушать, попить. Но зато защита. Так, ну колоночка все-таки должна быть. Ну, в смысле, не должна быть, нужно к ней идти, как ни крути. Так, в прошлый раз меня тут картошили. Еще фонарик с батарейкой. Да что за фарт-то сегодня такой? А, ну вот. Попил, блин, водички. Раз. Два. Ну, надеюсь, что хватит. Ой, какой неудобный шлем. Я даже, блин. Нужно искать открытый шлем какой-нибудь. Там что-то лежит, да? Мушка. Ну, блин. Микроколлиматор, в общем, какой-то. Так, уровень гидрации 1000. Если не ошибаюсь, то... Должно быть 2000. Какой фонарик лучше? Ну это пока берем. Сюда что же батарейка нужна? Блин, пока что непонятно вообще ни хрена. Как там он светит, лучше, не лучше. Пока что все это оставляем. И сюда батарейка нужна. И сюда батарейка нужна. Из какого-то... Из фонариков нужно вытащить ее туда вставить. Но потом разберемся. Вот дымовая граната мне точно нахрен не нужна. Так, ну еще один глоточек мы точно натянуть сможем. Так, все, на землю. Так, ну сейчас темнеет, мы, собственно, и проверим, какой фонарик лучше. Нужно... О! Блин, спасибо. Вот это, блин, мечта любого деда. Так, ладно. Нужно сейчас попробовать их закрыть. Так. Блять! Блять! Фак. Не прокатит такая тема. Ну все, смерть. Что мне теперь делать, я не знаю. А раньше я ведь мечтал, чтобы зомбари были такими опасными, мать их. Мать их, мать их. Да, блядь, хомуха. Нет, ни хера! Закрыто. Блять, открыто, блять, блять, блять! Господи, да отцепись ты от меня. Ух, дай спокойно полутаться. Ни хренашеньки. Ну я бы удивился, если бы тут было что-то до хренашеньки. Ну слушай, ну что-то есть, подождите. Не все так... О, ёпт! Что это такое?
акваланг и химза. Но я что-то у доктора такое слышал, сам не встречал. А это батарейки для чего? Для акваланга, что ли? Что? Ой, на нем маска, фонарик. Что? Ага, для фонарика, для рации, рацию нахрен. Понятно, этот фонарик нахрен. Этот фонарик, значит, сюда. Интересно, а этот можно сюда? О, можно этот сюда. Ладно. Это что? Вау. А сверху... Ой, вау! Так, подожди. А ну-ка, вот так. Ага. У нас все это влезет, если мы так сделаем, интересно. Так, перчи. Смотри, ну, в принципе, смотри, 40 слотов. Почему нет? Неплохо. Что еще сюда можно? Сюда это можно повесить? Михуил сюда не вешается. Ладно, бутилочка сюда не вешается. Надо флягу. Окей. Фух. Ладно, даже тряпочки заберем. Слушай. Вообще неплохо. Так, это за спину должно уйти. Да. Слушай, ну это не акваланг. Как там оно называется? Кислородный баллон. Ясно. И где-то там еще и рюкзак типа есть. Ну ты дед вообще, фраер. Ну теперь-то я точно уж нихера не найду, да? После такой находки. Здесь, по-моему, уже все делать нечего. Так, смотри, в газовое облако, получается, я уже могу зайти. А на болотах, если я не ошибаюсь, газовое облако. Нужно двигаться туда, в сторону Черна. Вох ты, бог ты мой. А вдруг та тема не работает? Я это уточню потом, после записи. Вдруг вот это вот МАГ-3 газмаск не работает? Тогда я ее выкину и надену обыкновенную вот эту вот шляпу. А то мало ли, что-то работает, что-то не работает. Ну, пока все не... Неплохо, блин. Я сейчас вот залажу на крышу, и меня просто видно прям с СЗ. Прям с СЗ в меня стрелять можно. Вот настолько я заметен сейчас. Так, как бы мне теперь отсюда воздриснуть? Да, давай туда. Пустую банку. Да, ты погнала туда. Правильно, 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 правильно. А я погнал выходить сюда. Фух. Давайте, может, магазин теперь на скорпион. Или наоборот, какой-нибудь скорпион под те магазины, которые у меня... Нифига себе. Ходи сюда, открыть, кстати, тебя нечем. Хотя, может, лопатой можно, я даже не знаю. У меня тут сверхлопата какая-то. Так, ну теперь, короче, в приоритете обувь. Ах, бля, я и покушать-то теперь не могу. Ядрить, колотить. Но, окей, окей. Пусть эта херь будет здесь. Вот она, где-то там, окей. Давай на карташах. Раз для нее место там, то пусть она там и висит. Я одну грушу взял или две? Я что-то провтыкал. Две. Замечательно. То есть я не знаю, как люди умирают тут с голоду. Ну, это, наверное, кто как бы не играл на этом сервере совсем-совсем. Я даже не знаю, ну блин. Ну просто ходи, собирай яблоки там, всякие эти фрукты. Я лично умираю просто по своей глупости. Где-то там что-то кнопку не нажал, что-то протупил, что-то медленная реакция. Просто зомбарь ударил, заразил, все, у меня нет антивируса. Я постоянно только от этого и дохну. Я уже не помню, когда у меня были там конкретные проблемы с едой. Так, кстати, это тоже сюда... А почему ты не это самое? Сразу. Куда? Куда? Ё-моё. Вот. Интересно, сейчас я могу кушать или нет? Скорее всего, что нет. Мы проверим. Так, и фонарь нужно проверить. Ух, ух ты, открытая. А ну-ка, кушать можем? Да, слушай, вообще. Если бы эту бороду найти не оранжевую, а черную. Да? Как это вообще называется? Капа? Ну, теперь я, блин, я просто, я не знаю, какой-то сталкер. Слушай, повреждено. Ну все, я просто умру сейчас от босоножья. Болезнь такая есть. Называется босоножье, мать его.
Жилетка еще у меня есть. Охренеть. Просто охренеть. Но у меня нет обуви. Но почему у меня всегда чего-то не хватает, чтобы просто двигаться дальше? Эх, нет, ну как, куда? Ну пойду на факторку, может. Какие-нибудь рабочие ботинки найду, я уже не знаю. Еды просто валом. Даже не готовлю. Помню, был период на неудержимых. Действительно было мало еды, я ее очень сильно экономил, всегда готовил, чтобы она была более калорийная. И сейчас как-то не ощущаю этих проблем. Ну зато сейчас, блин, зомбари вообще жесть дикая. Ну как по мне. Не то чтобы жесть там дикая, ну вот бац, заразили тебя, все, нет у тебя антидота. И, ну и все, и вы в варежке. Ну какие-нибудь башмакоиды, ну пожалуйста. Иначе мне придется ходить... Ну, просто пешком. Вот так. Тогда он ноги себе не повреждает. Так, ладно. Самое время, наверное, заценить фонарики. Итак, стандартный. Где ты, падла? Какой длинный у меня инвентарь. Сука, я так и не понял. По-моему, они одинаковые. Так, этот сильно поврежден. Все, выбор очевиден. Этот выбрасываем, а этот оставляем. Нихера себе, у меня сразу сколько тут всего. Так, на десятку его. Хотбар у меня длиннючий-предлиннючий. И, соответственно, эту батарейку можно сюда впихнуть. Вот. Так, ну хотя бы с этим определились. Ну что, вот что делать? Знаете что? Пожалуй, здесь я закончу. Знаете, я привык ночевать в различных сараях. Здесь я переночую. А вы в своих комментариях, пожалуйста, напишите мне возвращаться в город за обувкой или двигаться дальше куда-нибудь туда, в сторону блокпоста, например. Но в надежде там найти обувку. И вот такое вот состояние. Повреждено. Также тоже пишите по поводу... Вот этого противогазного, знаю, что он работает для газового облака, по-моему, все тип-топ. И по поводу вот этого противогаза, помню, было время, что он был как то ли забагованный, вообще не работал. Как сейчас с ним дело обстоит, тоже пишите. Ну и вообще, хотели старый формат, получайте. Надеюсь, вы досмотрели до конца. Те, кто досмотрел, спасибо огромное. Всем пока-пока и удачи, выжившие.